Что? Записал? Я не снимаешь еще. Почему? Все, вон. А ну все, пускай идет дальше запись. Ты же знаешь, что я... Значит, вот, значит, поликлиника. Это была больница Портовская, а поликлиника была на Невельского. А какой был, помнишь? Грязелечебница была, вот это, да. Грязелечебница была. Санинских вод привозили. А здесь вот, это, вот в этом здании у нас хлеб пекли, блядь. А в этом здании армяне пекли хлеб, я тут записал маленечко. Да-да-да, в курсе мы. Ну, потом их маленько нагнали. Ну, вот, нет, не их, тебя нагнали. Нет, они потом перестали печь. Ну, тебя-то нагнали. А меня, кто меня нагнал? За этот, за то, что ты написал. Кто меня не нагнал? Ну, да ты что, блядь, гнобили сколько? Да, ну... Вон еще, видишь, крыша. Наоборот, армяне мне благодарность выразили. О, это что такое? Это новое разобрали, что-то поехали. Ипономать, а это... Это не ипономать, это, блядь, здание такое. Ёкарный тиран. И как... Каравай Буханцара, ты этот, страхование не надо эту делать, рекламу. Не вписываешь ее. А, нет, это Башняка 15. А мы ее потом сотрем. Это Башняка 19. Я с видео не буду работать, сразу говорю. А это вот это хорошие дома вот тоже стоят. Классно. И они, тогда они были с, это, как в Боргородке. С, ну, это, да, о, да, видишь, что делается? Ну да. Они были с этим, с ремонтом. А это этот, как он называется? Ну, давай сюда сейчас заедем. Сюда вот. Они были с ремонтом. Капитально. Вот она, вот это вот горел. Он, видишь, вот горевший дом, это моей сестры дом. Mm. Здесь у меня вот в этом доме жила, у меня вот здесь, которого нету. Здесь у меня тетка жила, ей дали квартиру на этом, на мобиле. Ну, сейчас вот, сейчас вот у меня сестра жила в этом доме, вот в этих домах у меня жила сестра. Вот в этом доме точно они жили, вот первый подъезд сразу отсюда. И вот эта квартира, кстати. Mm. Вот, и им дали в общаге. А у нее двое детей, пацанов, взрослых уже. И они, блядь, как эти, как идиоты, живут до сих пор в этой квартире. Нет, в этой квартире, в общаге. Ну, пускай живут, что. Ну, правильно, потому что излупаются. А вот это вот тоже, видишь, не убирается уже никак. Это, по-моему, это никого не надо. Мазака Паскотина. Разборка, нет? Навряд ли. Он уже давно не участвует нигде. Ну как не участвует? Он собачек выгуливает. Это чужие собачки. А, бабушки. Это не его собачки? Нет, конечно. Он бабушкам собачек выгуливает. Да. За деньги? Да. Хотя бы. Да. Слава богу. Это чисто казачье дело, выгуливать, да, собачек. Да. Он мне объяснил, что казачье дело — это... Не воевать, а выгуливать собачек. Дома, короче, ломать, которые построили ленивые советские люди. О, горело что-то, да? Ну все, вот тоже все. Уже тоже взялись. Хотя домик вот этот неплохой такой. Да, они все сидели, дома не следили плохие. За подъездами, за всеми делами. Дома, Сергей, все нормальные дома были. Все, а вот тут стоял между ними дом, который был старый очень. Все, да не все. Давай по этой вот улице. Давненько я по ней не ездил. А тут ничего хорошего. Это улица, улица Чихачева. Да. Мне раньше ходила четверка. Я, да, она ходила. И доходила она прям до самого... Мы сейчас покажем. До самого Чихачева доходила. Да, ходила. До концовки. Ходила до концовки, до большой тусовки. Мы сейчас туда потихонечку поедем. Сюда вот можно тут вообще ехать? Наверное, можно. Так, мы доедем до дома. Ну да, мы сейчас до дома самое доедем. Самое главное. До 11 школы мы сейчас доедем. Забор 11 школы вот он. Да, забор убрали. Давай позвук. Турники убрали. На нее давай камеру тут. Да не надо, что вот едем, вот дорога хорошая. Вот чекать. А какая дорога? Ты живешь, как? Трясет даже камеру. Просто дорога. Я не могу ровно держать камеру. Ну ты держи, как насколько получается. Насколько дорога позволяет, а не я. О, остановочку сделали маленькую. Красиво. Или это не остановка, а подмышка? Остановка. Остановка? Тоже неплохо. Ну а здесь же не останавливается никто. О, какой гараж мы изупахали. Это не женщина. О, Ширинкин звонит. О, Сергей. Отметь.